Начнем с того, что здесь есть три оттенка. Вы можете выбрать любой. Это оттенок 01 слоновая кость с розовинкой, 02 слоновая кость в классике и 03 это натуральный беж, который вы можете наблюдать у меня на лице. На самом деле мой оттенок натуральной кожи, он на полтона темнее, чем вот этот 03. Но если вы правильно его разнесете и используете его как консилер, не задевая вот, так скажем, скуловую часть, да, челюстную часть, то, соответственно, вы добьетесь эффекта 3D-моделирования, что сделает ваше лицо более стройнее, более потянутее. И при этом есть очень много преимуществ за счет того, что здесь есть такая технология, которая называется X-Fine Technology, что добивает тот факт, что у вас этот кушан держится 24 часа в сутки, а это очень удобно и очень выгодно, когда вы находитесь в летнее время на улице, особенно если вы на переговорах, либо вы на съемках, вы переживаете, что у вас там все потечет. Нет, вот это и есть главное решение на этот сезон. Также у него есть эффект 45+, SPF, который защищает вас от ультрафиолетовых лучей, и вы можете не переживать по поводу дополнительных веснушек или там появления пигментных пятен и так далее. Еще что хочу сказать, что он достаточно очень хорошо увлажняет кожу, потому что на летний период вообще нежелательно пользоваться пудрой. Нужно максимально добиться покупки того продукта, который мог бы вам помочь держать ваш макияж, выровнять ваш тон, защитить от ультрафиолетовых лучей и при этом, чтобы он был еще плюс полезен вашей коже, чтобы вы могли сохранять свой pH-баланс. Просто рекомендую повнимательнее присмотреться к этому продукту и попробовать. На самом деле, вот отзывов достаточно много, но у каждой, как говорится, леди есть свой личный отзыв о кушане, поэтому предлагаю вам взять, если вы, может быть, не совсем темненькая, но где-то средняя между 21 и 23 тоном. Это вот по классике идет в корейской косметике разряд тональности, да, вот обычно 21-23. Вот если вы где-то между, то я вам рекомендую взять натуральный беж. Даже если вы 21, все равно на лето лучше брать на тон темнее, потому что тело загорает быстро, и чтобы лицо не было с эффектом белой маски, я вам предлагаю подобрать более, так скажем, лучшее решение, чтобы это было монохромно и не казалось, что вы идете, ваше лицо идет отдельно от вашего тела. Всем рекомендую присмотреться, очень осталась довольна. Я считаю, что эта покупка, она вот меня выручит на этот летний сезон. И плюс здесь столько функций дополнительных, вы просто не представляете. Здесь такой богатый состав. Данного кушана входит аденозин, масло дамасской розы, золотая ампула, то есть золотой коллаген, соответственно, и ниацинамид. На самом деле, помимо того, что здесь есть сам золотой коллаген, из-за чего он приобрел это название, ниацинамид помогает держать антибактериальный эффект, что очень хорошо сказывается для девушек, у которых проблемная кожа. На самом деле, не каждый кушан обладает такими возможностями, чтобы вы одновременно и, так скажем, выровняли те зоны, которые вам нужно, плюс еще не было бы никакой отдушки. Здесь, кстати, нет никакого аромата абсолютно, что очень помогает тем, кто не любит вообще, в принципе, какие-то запахи, либо если вы аллергики, вы очень чувствительны к любому аромату, то это прям для вас. Рекомендую присмотреться. И здесь есть еще такой эффект витаминизирования кожи. И ну, я считаю, что это просто потрясающе, что в одном вот таком флакончике было сразу несколько таких действий. Это нужно посмотреть и поискать, на самом деле, такую технологию, для того, чтобы каждая леди могла найти для себя
в одном продукте сразу несколько решений.